Маленькая распаковка у меня сегодня. Кто смотрел мое видео про пылесос, тот знает, какие у меня проблемы были с моим мохнатым фиолетовым ковром, который просто невозможно было вычистить. Решила себе купить вот короткошерстный паласик. Ксюша уже обследует. Вот вы можете видеть мои полы. Ну, лично я люблю, чтобы на полу лежало что-то тканевое, так уютнее. Полы, конечно, красивые. Ну, давайте посмотрим с вами, что за палас мне приехал. Не так-то легко его вытащить. Потому что вот что зацепилось. Так, Ксюшка, на тебе шуршалку. Так, ну что, давайте посмотрим. Он вот на такой основе. Края очень хорошо все отделаны. Ворс, смотрите, какой коротенький. То, что я хотела. Расцветка такая тоже не маркая. Ксюше, конечно, нравилось, когда коврик ворсовый. Но этот зато будет пылесосить идеально. И, в общем-то, на такой расцветке, конечно, особо никакой мусор видно не будет. Сейчас мы его расстелим и посмотрим, как он выглядит. Кстати, вот я сейчас только раскрыла его, да, окно у меня закрытое. В отзывах читала, многие жалуются на запах. Ну, такой легенький запах какой-то присутствует. Сейчас посмотрим, что с вот этим заломом делать. То есть, видите, как он свернут. То есть, у него здесь должны получиться заломы. Сейчас разверну и вам покажу. Он, конечно, еще пузырится. Вот заломы сразу после разворачивания. Вот есть такие прям, как залысинка. А, ну вот, собственно, проходишь рукой, и этот залом исчезает. Так что, Ксюша, он прям под цвет Ксюшки коврик. Ну, на мой взгляд, смотрится неплохо, ребята. Смотрите. Симпатичный коврик, очень такой гигиеничный. Думаю, что он не будет на себя собирать мусор. Ссылочку, где я его покупала, я вам оставлю, потому что самое потрясающее в этом коврике — это его цена. Он очень-очень дешевый, чуть дороже 1000 рублей. В общем-то, меняй хоть каждую неделю, называется. Ксюша довольна, я довольна. В эксплуатации дальше посмотрим. В общем, на этом все. Как видите, по полу, кстати, он не очень ерзает. Вот, все. Пока. До новых встреч.